Ну, к сожалению, наверное, в первом тайме мы не сумели подстроиться под сильный ветер, который был в нашу сторону. Не сумели подстроиться отскок мяча от газона. И совершенно оказались к этому не готовы. Разбирали соперника, готовились именно к тому, что будет очень много длинных верховых передач в нашу штрафную, где соперник или игроки соперника очень хорошо борются, подбирают мячи и проводят атаки. Мы, к сожалению, допустили ряд ошибок, которые уже, наверное, было тяжело исправить во втором тайме. Во втором тайме изменили или поменяли многих футболистов, выпустили всех атакующих игроков, но, к сожалению, это особо сильно нам пользу не принесло.